смотри, чтобы нигде не приезжали. Ни в туалет, нигде один, чтобы не отходил. Нигде. Да-да. На шаг никуда. Я слышал, бегут. О, подожди-ка. Все. Ну все, берите, Игнатий Иванович. Угу. Берите. О. Закройте. Закрою. Давай. Уезжают добрые наши люди, как они побыли, как поработали. Это у нас тут сады небольшие, типы. По приходе в храм. Мы купол специально не ставим, зачем? Все как надо. Все, слава Богу. Поможи. Поехали. Тут какие березы растут, это соседская береза, вот это наша. Падает. Вот сегодня они поехали. По всей вероятности, сегодня 8 июня 2024 года, суббота. Завтра воскресенье, мне будет ровно 85 лет. Машина завернулась. Все. Благословен Господь. Все, как побыляй, гости, неделя. Вот скамейки поставили. Вот. Наблюдение, это падало. Ну а тут ясное дело, против чего все шло. Вот теперь есть у нас куда. 12,2 метра, ширина 2,5 и высота 2,60. Ну, как будто бы так. Да, обошлось, конечно, дороговато, пока подготовили, что и сразу перечислили только 200 тысяч. Но все это временно, ребята, кабы не они, не сделать. Машину поднимает стрела 42 метра. Ну, это стрела поднимать. А вот здесь вот, вот это вот большие провода идут. Здесь это все на электричество идет. Вот. Ну, через них поднял туда его, оттуда. А ему вес 3700. Вот так. А вот этот, который вот, его не знаю, видно или нет. Это интернет и телефон у нас от телефона. Они там просили, здесь все раз... Растеребили, положили под ноги, они на них проехали. И две машины огромные, по 6 осей. Ого! Вон какое сегодня небушко. Ночью было, и дай-ка еще будет. И вот они были здесь. И вот здесь что?
Мы малую часть сделали только. Вот участок один. Можно было вокруг дома все это начать ломать и делать. Нет. Нормально. Даже вот она стоит сейчас и незаметно. Только закрепили на том, что есть. Вот этот фундамент. Вот внизу видно выступает, который фундамент. А он фундамент был ниже земли. А сейчас он выше. Туда уже не попадает. Отмостку заменили. Перетащили сюда шпалы. Здесь у нас низинка была. Тут очень много ушло бетона. Ну, теперь вода. Вода пойдет сюда. Если она там выше будет еще, то ее сюда выгонит. Вот такое дело. Тоже это немалое дело. Ну и вот тут вот это вот участок показывает. 30 метров примерно квадратных. Тут вот лежал щебень. Вот этот песок. Вот докуда. Вот. Вот даже сейчас я замеряю, сколько здесь. Вот где стою. Раз, два, три, четыре, пять. Ну минимум 5,5 метров. Ну и тут сколько было, сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре. Ну так, 5,5, 25, и оно тут надвобляется, но около 30. Тут еще больше, вот теперь она отдельно. А здесь свободно машину можно будет ставить. Вот она где. Бетономешалка поработали, это Головач Андрей помогал. Милостью Божией. Все это такое, как поговорка была, говорит, так легко досталось. Ну, хай бы легко, ничего себе. Ноги не... Вон откуда вылазит. Котя, белый, черный, ты что там делаешь? Ну, вот он где.